«Утро на Болткоме». Утро на Болткоме продолжается. И вот сегодня во втором части у нас министр образования и науки Роберт Килес. Доброе утро. Доброе утро. Ну, хотелось бы начать с этого все-таки скандального случая, который произошел при выпускных экзаменах в школе. Угу. Несколько случаев. Вот работа вот этого центра образования и экзаменации, содержания образования и экзаменации. Вы поручили провести там служебную проверку в связи с многочисленными ошибками какими-то допущенными, да, и что там вот в результате вышло? Что там сейчас? Проверка проведена? Да. Каковы ее заключения? Юридически она оканчивается в четверг, 28-го. Угу. То есть какой-то финальный, формальный доклад будет тогда. Есть три вещи, в принципе, уже сразу можно говорить. Во-первых, естественно, есть человеческая ошибка, то есть будут люди, которые будут отвечать за это. Во-вторых, есть надобность пересмотреть сами процедуры засекречивания экзаменов, просто потому что, как вы понимаете, несколько ошибок было из-за того, что финальный вариант экзамена проверяет только один человек и два технических работника, то есть три человека имеют доступ к финальной версии. Это, конечно, защищает от слияния, но создает проблемы, если один человек не увидел ошибки, они идут. Да? То есть вот это надо менять. И третий, это более серьезно, я уже запросил у руководителя центра Гунтиса Василевского в течение двух недель прийти ко мне к своим взглядам, концепции насчет самих централизированных экзаменов в будущем. То есть, как он видит, какие варианты, сценарии вообще, как с ними дальше поступать. Нет, в принципе, они останутся, эти экзамены. Вот это и есть то, что я хотел спросить. То есть, потому что есть, конечно, вариант в том, что, как и в других странах, централизированные экзамены сдаются только какая-то часть, которые идут в вузы, например, в этом году. А другие сдают другие формы, не экзаменации, а проверки, да, которые не являются централизированными. То есть такой вариант тоже существует. Гунтис Василевский придет ко мне с вариантами и насчет концепции, и насчет, естественно, времени проведения. Ну а как так все-таки вот получилось, что один человек ушел, и сразу вся система дала сбой? Вот я имею в виду, Василевский ушел в отпуск, да, или там как? Это, наверное, даже не связано с этим, потому что экзамен сам создавался и в финальной форме обрел в середине февраля. И так он и остался. То есть со середины февраля должна быть проходить эта проверка, двойная проверка. Но она не происходила. Просто вот создали экзамен, проверили, заморозили, и потом взяли в поздним весной и пошли. То есть там Василевский не был в отпуске, никакой разницы не имеет. То есть, по идее, это его вина тогда получается во всем? Ну, он как руководитель, естественно, должен отвечать за все, что происходит, это даже по закону. А за что тогда Камару-то отстранили? Она конкретно главный руководитель этого отдела, то есть, который занимается. Потому что центр, естественно, занимается разными вещами. И содержаниями, и книгами, и развитие программ, то есть несколько. А вот Камару-то, она отвечает за весь этот блок экзаменации. То есть кто будет наказан в результате? Ну, наверное, Камару-то будет иметь какое-то наказание. И посмотрим, если комиссия тоже скажет о других людей, включая Гунтис Василевский, тогда тоже. То есть руководитель Гунтис Василевский тоже? Ну, он может пострадать, естественно. Да, да. Он же руководитель всего заведения. Хотел вот еще спросить, в связи с тем, что вот были допущены такие ошибки, вот комиссия оценочная, которая выставляет оценки, как-то будет это учитывать, что вот были ошибки вот в этих листах, в других листах, чтобы не получилось так, что вот эти вот школьники пострадают, ведь мы понимаем, что фактически ведь этот вот аттестат или вот этот вот сертификат о сдаче централизованного экзамена, то, с чем человек потом по жизни дальше идет, вот уже ничего не изменишь. Ну, можно сдать еще раз, да, но это после года. Ну, то есть, да, в принципе, это не всю жизнь, да. Да. Но то, что было принято, которое отличается от предыдущих лет, это когда вот эти рабочие листы, где заполняется ответ, и ответный лист, который стандартным образом смотрится только
они в этом году смотрели оба, и рабочий есть, и официальный ответный лист, и тот лист, на котором были результаты лучше для ученика, он был взят, учитывался, да? не любой, да. То есть, в принципе, имели в виду, что на ответном рабочем листе, где он, ну, сразу после задания, да, там, ну, там нет вот этой проблемы, что изменен порядок. Он заполнил там и потом в ответном листе и смотрели, где лучше, и то брали. А, то есть фактически в пользу ученика. В пользу ученика, естественно, да. Хорошо, может быть, немножко отвернемся от экзаменов и вернемся чуть назад. Вот вы известны, мы даже говорили об этом в первом части нашего утра, как министр, который очень много предложил различных реформ в сфере образования. Вот, скажите, что вот поставлено уже на рельсы, скажем, какие из ваших реформ, которые вы предлагали, потому что вы буквально, ну, можно сказать, фонтанировали идеями разными, когда пришли на этот пост. Что уже, может быть, удалось что-то сделать? Удалось, да. Во-первых, я думаю, очень серьезно поставлено на рельсы профессиональное образование в смысле решений и финансирования. Когда я пришел как министру, финансирование модернизации и реконструкции было 67 миллионов. Сейчас мы достигли суммы уже 115 миллионов. Это вот бывшая система ТТУ-Артскоус, вот, да, эти вот, да? Профессиональных училищ. И не только финансирование повысилось, ну, вы сами можете считать, почти наполовину, да? Но и то, что мы структурировали иначе. Сейчас будут финансирование идти в 11 региональных центров, ну, такого масштабного уровня, которые будут заниматься не только молодыми людьми, но и всех возрастных групп, профессиональной переквалификации и так далее. Но если бы немножко поменьше, но тоже, ну, серьезные изменения, например, у нас будет программы вот, для молодых безработных, годовые, полтора годовые, которых не было раньше, специально для молодых людей, 4,5 миллиона для этого. И будет в школах карьерный отбалс, это поддержка, которой раньше не было, раньше где только самые, ну, благосостоятельные самоуправление могли бы, ну, оплатить эти карьерные услуги. Раньше это называлось профориентация. Да, 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 наверное, но сейчас сами школы будут определять, каким образом им лучше. Или там кого-то там нанимать, или организовать какие-то, ну, там, недели профориентации. Но деньги для этого тоже выделены. То есть вот на этот... И в разработке есть еще сотрудничество с Министерством благосостояния и проекты, где школы, учебные заведения могут приоритетным образом включаться в конкурс для образования и переквалификации безработных, которые раньше такого не было. Раньше только фирмы могли практически, там иногда шли учителя, учителя, и иногда эти учителя в школьных, ну, помещениях учили, но организовал как бы фирма. Сейчас это будут школы. Это, во-первых, ну, мы поставили, ну, есть новые основные, помотно осталось, это основоположение, да, принято кабинетом. То есть вот в этом смысле мы думаем, что мы сразу через два года будем, не сразу, но через два года получим серьезные изменения в престиже, аттрактивности и сущности профессионального образования. Хорошо, а куда это одна вещь, да. Да. А увязывается ли это с необходимостью вот в вакансиях каких-то, скажем так? Да. Каждая школа, которая приходила конкурировать за эти большие деньги, она должна была идти с мэром и с региональными труда... Ну, агентство занятости. Нет, региональными работодателями. Только серьезно, да, которые говорили, вот так, да, у нас есть такая перспектива региональной экономики, и мы должны иметь вот такое число. Мы скрупулезно смотрели, точно ли так, расспрашивали мэров, там, например, Сэскс был, Ботис был, звал мэр, то есть мэры приходили и говорили, все, мы... И они, несколько самоуправлений, сами как бы вложили еще не самих свои деньги, чтобы как бы утвердить, да, что это так, серьезно. Да? Да. Так что, в принципе, естественно, всегда есть какой-то риск, но серьезность, как мы требовали и от самоуправлений, и от работодателей, ну, наверное, где дают какую-то гарантию, что это не будет там на пустом месте все стоять. А вот для молодых безработных это что имеется в виду? Тоже их какая-то переквалификация, да? Да, да. То есть молодой человек, без работы, например, окончил среднюю школу без специализации, да, и без работы, и вот для него программа год-полтора,
которые связаны с работодателем. То есть работодатель говорит, у меня надо там 50 таких, таких специалистов, программа подгоняется под, под нуждами работодателя, и через год к нему поступает переквалифицированные молодые люди. У нас много таких работодателей, которые говорят, что нам нужно 50 молодых специалистов. Не буду с тысячами, десятками тысяч, но довольно серьезный интерес, когда мы объявили об этом программе. Союз конфедерации работодателей и Латвии стыдно-сибзрубные скамеры, так на этом сейчас работает. Вот как? Ну, как бы деньги у нас на одном уровне 4,5 миллиона немало, но другим, если там посмотреть, все нужды не хватает. То есть надо будет... То есть им не сейчас не хватает, а будет не хватать через какое-то... Но... Или им уже сейчас не хватает? 4,5 миллиона свежие будут сразу, вот сейчас, да? И как бы кажется, немалые деньги, но в принципе по интересу кажется, что может и не хватит. Надо будет еще брать. Для этого проекта, чтобы определить. Я так понимаю, это первый. Что... Это да. первый. Во-вторых, мы да. серьезно изменили министерство, оно работает в новой структуре. Сократили количество. Сократили людей, там 43 места уничтожили. Все отделы из них уничтожили. Министерство осталось 6 департаментов и все. Да? То есть министерство состоит из 6 департаментов, ничего больше нет. Нет отделов. Число руководителей наполовину уменьшилось. Завтра у меня будет первое заседание вот этого нового руководства. По прошлой неделе было последнее прошлого руководства. Там сидело более 20 людей. А завтра будет сидеть 6. Да? И я. И, будет новый госсекретарь, да? Ну, госсекретарь еще старый. Ну, под него да. дисциплинарное дело еще оканчивается. Вот эту неделю будет оканчиваться. Тогда и видим, какие рекомендации будут. Но если будет рекомендации как-то ну, уволить или как-то, мы будем смотреть новый, да. Но это тоже довольно серьезно важно, что аппарат как бы ну, уплотнен в этом смысле, что нет этих между ступеней и звеньев. Третья вещь, мы в этой неделе, как я думаю, будем подписывать меморандум согласия с профсоюзами учителей. Насчет плана повышения зарплаты, системы мотивации, как связать с качеством. Если это реально, это, да? Да, потому что в прошлой неделе это было 90-95% уже согласились на все пункты. Там есть пару пунктов осталось, там нюансы, в принципе. Ну, повышение зарплат будет не очень значительным, да? Ну, погодите, латов, да? Погодите. Ну, там 30. Сразу 25 латов первого, но это с низким ставком. Да, и, да, да, да. И потом 4-5 степени качества, которые 2000. Сразу с 1 сентября. И как я надеюсь, с 1 января следующего года уже большинство. Ну, как в размере 8-10% к нынешней. Будет 5 степеней качества? 5 степеней качества, да. Как они будут градироваться и кто будет это оценивать? 5 степеней качества, 60% учителей уже прошло эту систему оценки. То есть 60%, немножко больше даже учителей Латвии имеют степень качества. Это как-то, кто это определял? Там директор? Есть комиссии школьные комиссии? До третьего, и потом четвертый и пятый уже вне школы. Угу. Там, ну, пятый уже на, как бы на государственном уровне. Ну, а как это надо подтвердить, свою четвертую степень качества? Ну, заявку может, подать? Да, естественно, надо, как вы поступаете работу, тоже несете какие-то документы, чтобы показать, что вы хороший работник, угу. там диплом, не знаю, какие-то курсы проходили, какие-то рекомендации. Ну, вот, как, вот такие вещи. Но там и тоже так. Ну, если смотреть на возможные разницы зарплаты между степенями, которые в течение 2 года будут развиваться, потому что система работать начнет полностью с 2014 года, наверное, есть ну, смысл немножко поработать над тем, угу. как я ну, хорошо работаю, как учитель. Какой зарплатой будет зарплата учителя, вот, начиная с сентября? Ну, примерно. Самая минимальная. Вот это, самая минимальная да. будет 275 латов. Уже это еще на 200, бумаге, 245, да? самая минимальная. Uh-huh, uh-huh. Самая минимальная. Но это не зарплата, это ставка за 21 да. учебный урок. Это даже не 21 астрономический урок, час. Uh-huh. Значит, урок. То есть, в принципе, это полставки. Uh-huh. 20, Хорошо, 270. А что с вашей инициативой сократить учебный год, вернее, продлить учебный год и сократить летние каникулы? Вот, ну, сейчас это которая очень обсуждалась, да. Ну, понятно, нет, говорили, что не в этом году. Как это все? Ну, не в следующем году же тоже, uh-huh. как вы знаете. Вот там, наверное, ситуация развивается странным образом, потому что и увеличивается число тех, которые не хотят, и увеличивается тех, которые хотят. Мне, ну, так немножко странно. Мы будем проводить, наверное,
вот когда начнется новый учебный год, опрос насчет этого. Исходя из этого, будем решать. Я склоняюсь к идее, что насчет учебного года давать самим школам возможность определять его. Определять минимальное число дней, которые обязательно, и потом давать возможность, если школа решает, на это идти на более длинный учебный и измененный тоже учебный. То есть сами школы, сами школы фактически, да, определяют. И летние каникулы сами школы будут определять? Ну да. Длину летних, да, каникулов. Но если, например, учиться дальше, тогда, естественно, будет немножко меньше, да? Угу, угу. Будем определять просто минимальное, как сейчас, 35 недель по закону, но не определены даты. То есть школы могут определять свои даты, угу, и как распределить все это. Роберт Килис, министр образования и науки, у нас в гостях. 672-12-939, 672-13-939. Пожалуйста, звоните нам. И вопрос в видеочате задают. Будут ли зарплату поднимать в садиках, в детских? Мы хотим с 1 января, что во всем системе образования Латвии нищие ставки были одинаковые. То есть во всех учебных заведениях, культура, да, школьных, школах и школьных культуры, угу, школах спорта, школьных заведениях, угу, минимальные ставки были одинаковые. Ну, они будут подняты и одинаковые. Да. Да. Угу. Вот чтобы закончить тему или продолжить детских садов, вот мы знаем, что вот весь Латвии ТБ выдвинул такую инициативу о переводе детских садов только на латышский язык обучения в основном. Да. Была создана, я так понимаю, рабочая группа, да, экспертная. Да. Угу. В каком процессе это? На каком они этапе? Заключили свою работу и подали свою экспертную оценку. Экспертную оценку. Их взгляд таков, что довольно надо осторожно относиться. Ну, во-первых, монолингвальное обучение наверное, не будущее даже дошкольного учреждения. На любом языке, на одном, да? Все равно, угу, латышский или русский, или какой-то другой, да, но только на одном языке обучение, наверное, не будет. То есть будет все равно, и даже надо, что даже детишки учили какой-то другой язык тоже. Это происходит, в детских садах, например, латышских учат английский язык, и все, это уже происходит, никто там серьезно не беспокоится. Второй пункт – это то, что переходить сразу на всех детских садах на латышке было бы довольно опасно для когнитивного развития ребенка. Из-за нескольких причин. Одна главная – то, что в семье могут и не говорить на латышском языке. То есть ребенок попадает в очень сложную ситуацию, да. Он приходит в детский сад, где один раз язык, а дома нет такого владельца того же языка, который бы помогал носителя, бы носить. Да. И значит, в любом случае, где латышский язык и учится, это нормально, мне кажется, даже в детских садах национальных меньшинств, там всегда должен быть педагог, который учит на латышском сразу, и педагог, который на родном. Это вполне логично, потому что даже в тех семьях, где, в принципе, владеют латышским, угу, на каком уровне они владеют? Естественно. Да, то есть, имея в виду, что это не сфера, где детский сад что-то может делать, да? Значит, надо это считаться, это нельзя плохо отразиться на развитии ребенка, и чисто лингвистически это можно произойти. То есть, в принципе, торопиться с этим форсировать. Ну, то есть, мы платим за того, чтобы рядом был и педагог на латышском, и педагог, например, на русском. То есть, оба они там рядом, даже когда на латышском происходит какая-то учеба. А хватит учителей? У нас деньги свежие, 23 миллиона поступают с 1 января. В детских садах с полтора года педагогическая работа будет полностью оплачена государством. Угу. То есть это есть, например, одна из возможностей вот это так и поступить, что будут оплачены педагоги. А хватает учителей латышского, потому что многие детские сады жалуются. Наверное, надо будет какие-то обучать. Да, надо, да, будет обучать, но это следующее, что, это, во-первых, зарплата, во-вторых, тоже подспорье для учебы. То есть это будут увеличено количество вузов, видимо, да? Ну, знаете, или надо еще сократить, во-первых, в вузах педагогические программы. У нас повторяющиеся? У нас прошел этот оценка вузовских программ. Кстати говоря, да, еще одна тема. Сразу будет через несколько дней, в принципе, неделю я получу такой финальный отчет. Но перед финальным отчетом я знаю уже, что на всех уровнях бакалавр, магистровая и докторская программы по педагогии с худшей оценкой. То есть там надо будет серьезные ревизии делать. Mm-hmm. Нет других таких сфер,
и так не очень-то хорошо отмечали. Это сами студенты отмечали? Ну, там или была кто? Экспертная группа, которые из международной, которые оценивали все программы в Латвии. 850. И педагогические программы получили низшую оценку, и вот, да? Часть педагогических программ, которые недоустойчива больше, нежели в других сферах. То есть там 30-40% называется, что их нельзя продолжать, они плохого качества. Значит, во-первых, это надо сократить, и потом новые создавать. Я не буду создавать новые, пока не сократим эти, если не убрали эти, ну, неплохие. А уже это можно будет со следующего года? Ну, мы будем делать все возможное, чтобы эти программы убрать. Угу. Это неправильно, что люди, ну, поступают под, ну, не знаю, нажимом рекламы, но сама программа нехорошая. Это не надо. Ну, все, там есть разные инструменты. А это бюджетные программы или это частные? Все, да? Ну, понимаете, если вы учите, хотите получить лицензию в Республике Латвии, учить на высшем уровне, но лицензии выдаются государством, это в других странах тоже. Не можно просто, кто хочет там и продавать, что хочет. Звонок у нас. Роберт Киллис в студии, пожалуйста, ваши вопросы. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. А я вот хотел такой вопрос по поводу зарплат учителям. Вот, ну, министр говорит, что надо привязывать. По-моему, в прошлой передаче, да, когда он с вас приходил, говорил, что привязывать, я не знаю, к качеству. Уровню учителя, да, качеству. Вот. А мне кажется, а почему вы, вот, по-моему, в прошлый раз вы тоже задавал какой-то вам вопрос, вы были против, что именно к министру? Вот хотя бы с вас начать, да? Вы приходите, как раз для учителя это единственная профессия, да, он не может ничего поменять, если его кто-то считает некачественным, то вот он мало будет зарабатывать и пойдет, там, уедет куда-то или что. У вас это не основная профессия, министр, да? Вот вы приходите, начинаете там с тех же самых 250 латов. Ну и вот мотивация делать что-то правильно, продвигать это, чтобы это быстрее внедрить, быстрее это все почувствовали, и вам поднимут зарплату. Я думаю, что вот это было бы как раз пример. Покажите, вы же хотите так. Что же вы с себя не хотите начать? Спасибо. Ну, наверное, тогда я должен обратиться к тому, что я в прошлый раз говорил. Знаете, у меня педагогический опыт 22 года. Я работал учителем с 90-го года. Я могу учить предметы на трех языках очень спокойно. Писать на трех языках, программы делаю на школьном и на государственном. Я сразу на пятую качественную степень сразу попадаю. Нет, здесь то есть я не шла... могу с 250 даже, ну, господин, это было даже нечестно. Речь могу... шла не о вашей педагогической деятельности, а о вашей политической деятельности. Но, в принципе, если то, что вы руководите министерством, вот предложил человек как министру вам сделать тоже, ставку 250, а потом уже доплачивать за качество. Почему ставка? Потому что я человек без опыта, еще ничего не может показать, ничего не демонстрировать. Если кто-то приходит с каким-то опытом, он не получает 250. То есть он сразу получает. То есть на пост министра тоже. Он даже это нынешней ситуации такого не бывает. Uh-huh. Это низшие ставки, которые, в принципе, в Латвии даже как-то очень мало, ну, даются, но они же связаны потом с всеми другими показателями скачивания. Я думаю, что вот это тоже надо понимать. Это, ну, я какой-то опыт имею в этом смысле, я могу в этом положиться. Да. Будет ли, я понимаю, что это вопрос, наверное, больше к самоуправлениям, ну, на ваш взгляд, вот ваш прогноз, будет ли оптимизация школ в дальнейшем, то есть сокращаться? Я думаю, что будет как бы другой формат оптимизации, что такие маленькие школы, которые раньше делали с филиалами или закрывались, будут существовать как так многофункциональные центры. Что это означает, что школа будет центром государственных услуг. То есть здание школы, и, может быть, включая тоже учителей как отчасти работников, и социальной помощи, инновационной помощи, переквалификации будет происходить. То есть она как школа, и только школа, наверное, дальше будет не существовать, она будет существовать школа и социальный центр, и культурный центр, и так далее. Вот такая реорганизация может происходить. Это то, что вы хотите сделать, скажем так, со средним образованием, нет, да? С основным тоже. С основным. Ну, да. С основным, то есть и со средним образованием. Школа физически с маленьким числом учеников не может существовать, а она или переходит в другие помещения, или под другую школу, как филиал, или становится, ну, сельским центром государственных услуг разного образа, уровня, ну, такого разного формы. Роберт Киллис у нас в студии. Сейчас перерыв на новости и рекламу, потом продолжим. Гость в студии. Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь.
Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Гость в студии сегодня министр образования и науки Роберт Килис. И вопрос сразу из видеочата задам. Интересно узнать отношение господина Килиса к идее домашнего образования. В мире движение хоумскулинга довольно популярно, и во многих странах законодательство позволяет получать среднее образование дома. США, Израиль, Россия и так далее. Хотя хоумскулеры есть и в Латвии. Хотя закон об образовании у нас довольно плохо оговаривает эту возможность. Я знаю, что в Латвии, в принципе, мне кажется, только 20 детей так официально учатся дома с разрешением школ. То есть это очень маленькое число. Я, в принципе, сам позитивно отношусь к этому. То есть, наверное, есть какие-то обстоятельства, где лучше ребенку учиться дома, но, наверное, важно, чтобы ребенок получил тоже и социальную среду. Один на один учиться, то есть это тоже не сразу хорошо, потому что как бы исчезает возможность социального общения с другими, которого того же возраста. Ну, я сам позитивно отношусь к этой идее. Мы, наверное, будем работать, чтобы этого разрешать. Это будет довольно реальностью тоже, потому что если начинать обязательное обучение с 5 лет, вот в детских садах, то это тоже должно происходить и для тех детей, которые не идут в детский сад. Но значит, это будет платное, да, образование? Нет. Нет? Нет. Деньги будут следовать любому ребенку, который все равно где учится. Все равно в больнице, дома, в школе. Ну, хорошо, если все дети захотят дома учиться, учителей не напасешься. Ну, наверное, есть вещи, которые дома там лабораторию не сделаешь. Да. Есть вещи, которые, в принципе, невозможно дома, и которые относятся к качеству. И, во-вторых, наверное, есть все-таки какие-то требования к отношению того, как происходит. Ну, просто не в квартире, там должны быть квалифицированные люди, которые это делают, ну, учителя. То есть, наверное, это невозможно думать, что все пойдут. Нет. Мы просто все равно имеем дело там пару процентов максимум, даже меньше, наверное. Но это, в принципе, позитивно, потому что, конечно, есть какие-то дети, которых особенности развития требуют такое. Как родителя вот школьника интересует, куда можно обращаться с жалобами и предложениями. Очень возмущает качество и содержание учебников. Ну, жалобы и предложения есть специальная такая служба, КВД, служба оценки качества образования. Они на Зигфрида Мейеровица, можно найти в справочниках. И есть, конечно, сам центр, который это делает и дает лицензии, не делает. Это центр содержания и образования. Волсизгледипсатоцентр. Это два. Ну, конечно, можно и бюро писать, министра, если там ничего не происходит. На качество содержания учебников, да? Да, да, да. Ну, конечно, конечно. А довольно часто поступают на содержание учебников жалобы? Главная вещь в том, что с несколькими программами идут тоже обязательные покупки к этой программе учебных материалов, которые дорогие. Вот это главная суть дискуссии насчет учебного материала. Мы говорим о том, что да, у нас бесплатное образование, да, в результате получается, что школы, родители платят в школьные фонды, родители платят за дорогущие тетради, вот рабочие, которые, кстати, на многих предметах потом очень мало используются. Да. Ну вот эти вещи, которые мы сейчас работаем, то есть, например, переложить тетради рабочие на дигитальной среде, чтобы не надо было покупать такой печатной форме в книжных магазинах. Это можно было, если кто-то хочет распечатать с компьютера или там заполнять на компьютере, это сразу дает изменения. Мы объявляем сейчас, вот, летом конкурс на дигитальные материалы, то есть первые разработки серьезных дигитальных материалов, которые потом будем внедрять во всей Латвии, чтобы опять была как бы альтернатива печатным изданием, которые дороже, конечно, если их печатать, там издавать и так далее. А как же вот продавцы и издатели, вы же рубите, в общем-то, их бизнес? А что? Это же не дом благ, как это вам? Не благотворительный. Благотворительный нет. Это капитализм, знаете, да? Там каждый выживает как может. Да, я хотел спросить по поводу действительно вузов. Будут ли какие-то изменения уже с 1 сентября? Вот вы сказали, что комиссия закончила свою работу, свою оценку дала, где программы дублируются в разных вузах, все это на бюджетные
средства? Потихоньку вузы, которые знают, что у них эти плохие программы, закрывают или говорят нам, что они не будут принимать студентов. То есть они уже сами готовятся? В принципе, даже перед тем, как мы объявили, они уже работают. Ну, конечно, это такой, ну, стыд и срам, если вы знаете, что у вас вот такие программы признаны там плохими. Это для вуза позор, да? Ну, естественно, как? Ну, это сразу как бы оценка их качества, где они глядели, где смотрели, да? То есть они уже реагируют. То есть будут изменения, не будут приниматься студенты, если вы вообще не какой-то тупой, да, не будут приниматься студенты в тех программах, которые сами вузы уже снимают с трассы. Uh-huh, да? Uh-huh. Во-вторых, есть те программы, которые насчет, ну, вопросного знака. Вот здесь будет самое интересное, потому что, конечно, вузы делали много, чтобы этот план, этот оценку экспертную сделать, то есть они платили тоже и не хотят, чтобы аккредитация была основана на этом. Но мы не будем так сразу аккредитировать программы, мы будем тоже смотреть, какие стратегические среднесрочные возможности для этой программы выживания. И в этой осенью, может быть, не сразу с 1 сентября, будут серьезные, ну, двусторонние разговоры с каждым вузом насчет, вот какие у них программы, как они могут менять это. Чтобы с 2013 года, уже летом 2013 года было серьезно изменено, я бы сказал, по меньшей мере, треть программ в Латвии, что или изменены, или вообще отказались, и насчет других тоже. Вопрос. Но не с 1 сентября будут сами вузы, которые делают, да. Из видеочата вопрос от наших коллег. Почему латвийские вузы не находятся даже в топе 500 лучших вузов мира? Чего нам не хватает? Качество. Что, не качество не хватает? Но есть какие-то... Еще маленькая страна, это нереально. Нет, почему? Эстонский вуз... почти в 500-ку тартусский, да. Ну, качество в каком смысле? Вот чего вот самого главного в этом, ну, качестве? Разная вещь. Ну, вот, например, у нас меньше английского языка, серьезно меньше английского языка, как среди обучения. То есть, а это важно, да? Ну, естественно, важно, потому что английский язык – это язык международной науки и образования. Если вы спокойно, свободно это делаете, вы читаете, вы присутствуете, вы работаете на этом языке, вы можете там писать статьи, дискутировать, включаться в исследовательские программы. Это одна нормальная вещь. Вторая вещь – у нас не открыт рынок для профессуры. И по языковым признакам, и по другим тоже. То есть, например, если кто-то хочет Латвийский университет, хочет профессора французского языка из Франции, этот профессор должен сейчас владеть полностью латышским языком, чтобы вообще работать, ну, на, да, этой позиции. Закону. Это все. Это, третья, ну, категория. Это протекционизм. Да. Да? То есть нет какого-то серьезного компетенции. Третья вещь – управление вузов изнутри. Если в других странах, которые прогрессируют очень серьезно, как в Дании, главный, ну, орган решений – совет – в большинстве своем университета, в большинстве состоит из людей вне вуза, то есть внешних, а у нас полностью это внутренний. Uh-huh. То есть, в принципе, вот эти внутренние склоки, они не помогают быстрому, эффективному, серьезному решению разных проблем, которые существуют в вузе. Оно стоит таким средневековым, ну, цунфтой. Изнутри, извне никто не может там повлиять, да? Там бизнесмены идут ко мне, к министру, и говорят, у нас должны быть вот такие программы. А я им говорю, почему вы ко мне идите? Идите к вузам. Это бесполезно. Они говорят, не можем, мы же можем, потому что у них система принимания решений, ну, такая, что мы можем, не можем повлиять на них. И это идиотизм. Ну, если через министра надо, ну, а не напрямую. Например, вот есть. Хотя вузы должны были получить. Вузы, получается, как бы хотят зарабатывать просто. Простите? Вузы тогда, получается, хотят зарабатывать просто. Но они, у них монополия на, да. Это, ну, не монополия. Главный вариант, что, ну, предложение в высшем образовании, люди туда платят. Извне никто не может так серьезно повлиять. И, конечно, это внутренняя политика. Почему отдавать власть? Но вы сами сказали. Это капитализм, будем... каждый выживает, но, как может. Погодите, но. Качество, ну, в принципе, качество продукта – это не дикий Запад. Там все-таки стандарты, потому есть стандарты для товаров в магазине, не может тот все равно что продавать, да? Это качество и рабочих отношений, все. И это не чисто капитализм, это государственная функция. Вот это, поэтому мы и сейчас будем делать решение насчет качества, на основе этого
оценки. Угу. Вот это нормальная государственная функция. Снимаем с трассы те, которые плохие. Звонок, пожалуйста. Министр образования и науки Роберт Килес в гостях. Слушаем вас. Доброе утро. У меня, господину министру, три вопроса. Небольших, но важных. Вот вы как раз сейчас дискутировали по поводу того, что, значит, вроде бы руководство вузов занимает позицию не совсем государственного, так сказать, толка. Да? А вот вопрос такой, который, значит, многие руководители вузов поднимали, о том, чтобы разрешить иностранным студентам обучаться на русском языке. Вот скажите, ваше отношение к этому, и будет там какие-нибудь изменения? Это первый вопрос. Второй. Значит, скажите, вот в рамках, как вы видите, развития вашей отрасли, количество учителей через лет, ну, хотя бы 5 или 10 по отношению к нынешнему уровню, как изменится в процентном отношении, если взять за базу сейчас 100%? И третий вопрос. В свое время, значит, из вашего министерства красиво увели, значит, все вопросы, связанные с интеграцией. И вот интеграционная программа, над которой слушатели очень смеялись долго, кстати, на радио «Балком», перешла в, значит, в ведение Министерства культуры. Вот ваше отношение к этой программе. Могли бы вы ее хоть как-то прокомментировать? Или как вы считаете, ее хорошо сделаны, или она требует каких-то улучшений? Спасибо. Спасибо. Три вопроса по существу, но, наверное, не очень маленькие. Да? Во-первых, это вопрос русского языка. И студент. Я сам, как министр, не вижу таких очень серьезных аргументов против того, чтобы использовать русский язык и вуза, который получает государственное финансирование. Я сам не вижу. Это немножко виной среди этого, ну, в принципе, в парламенте это должен решаться. Но я как министр сам не вижу. Вот это мое отношение. Наверное, было бы нормально, если бы где-то как-то, ну, это предлагалось. Я хотел все-таки заявить, наверное, что качество учебы будет идти больше с английским языком, потому что это мировой язык общения и в сфере высшего образования тоже. То есть, наверное, английский язык и его распространение и использование улучшило бы качество высшего образования в Латвии. Русский язык все-таки больше насчет, ну, как бы, ну, доходов и профита вузов. Ну, это нормально понимается, но все-таки мы должны это иметь в виду. Во-вторых, вопрос был учителя. Насчет числа учителей. Учителей. Я уже это объявлял 4 января. Это было, мне кажется, если иметь сегодня представление, где 23-24 тысячи учителей, не всех педагогов, там есть и другие педагоги тоже, но учителей, что существует в Латвии, 24 тысячи, ну, то я тогда говорил, что где-то четвертая часть, в принципе, потому что изменяется ситуация с числом детей, как бы, ну, попадает под вопросом. Какие, не сразу, но четвертая часть. Там можно изменять и то, что не учит один человек, но два, но, наверное, изменения числа будут происходить, и изменение к уменьшению числа. Я бы, как бы, начертил вот перспективу, ну, там 20-25% в течение 10-15 лет. Третий вопрос насчет интеграции. Она никогда не была под Министерством образования. Она была под другим. Был такой секретариат интеграции, который существовал отдельно. Это не было министерство. То есть через из этого перед этим было министерство Тесли, это юстиции, да. Мы разработали свое представление, как надо работать. Разница вашего министерского представления и то представление, которое Министерство культуры, что мы видим интеграцию не в этническом плане, а в, как в гражданском плане, если можно так говорить. И видим главную проблему, то, что люди любой национальности не доверяют государственным институтам и друг другу. Вот это можно, это есть самая главная тема интеграции. Недоверие государственным институтам и друг другу. Это можно менять с совместными разными действиями и с, ну, пониманием. Конечно, латышский язык здесь имеет какое-то место, потому что это все-таки основной язык этого государства, но мы видим в каком-то другом плане саму тему интеграции, и к этому пристраиваем свои действия, и будем предлагать это правительству, и, наверное, будем как-то и сотрудничествовать, или как-то с... А вы это... Министерство образования. А, министерство... У меня будет сейчас в новой структуре одна позиция зама
отдела политических инициатив, который специально будет заниматься интеграционными вопросами. Зам директор, директор департамента политических инициатив. Одного из шести департаментов, то есть будет человек. Который будет специально сейчас заниматься. Мы отбираем. Вот сейчас сегодня происходит интервью, в пятницу было. Ну, то есть по конкурсу? Конкурс, да, конкурс. Угу. Там претендент должен владеть иностранными языками? У нас такая требование, которое как бы даже для меня серьезное, что претендент должен владеть обязательно тремя иностранными языками, и добавка еще один язык на каком-то уровне Европейского Союза. То есть по существу четыре языка? По существу четыре языка для претендента. Хорошо, еще, может быть, пару вопросов к вам как к члену правительства. Вот как вы оцениваете стабильность сегодняшнего правительства? Не кажется ли вам, что, возможно, вот этот вот демарш на прошлой неделе господина Берзинша был каким-то, ну, возможно, подкопом, да, под стабильность коалиции, под партию реформ, в частности? Я думаю, что, во-первых, наверное, всегда есть какие-то группы, это нормально, и заинтересованность в смене правительства. Это и есть политика. Я не вижу сразу сейчас серьезных, я не чувствую серьезных опасений, не вижу серьезных рисков для правительства вот на данный момент. Просто нет смысла сейчас менять правительство. Почему? Зачем? Ну вот бюджет когда будет? Ну вот там... зачем-то Гайдис Берзинш ушел? Это не смена правительства, это, наверное, больше вопрос перестановки каких-то силовых позиций или каких-то отношений внутри самой коалиции, которые ставятся над вопросом. Но не само... Что вы имеете в виду внутри самой коалиции? Национальное, как знаете, национальное объединение, две позиции двух министров. Да. Их инициатива в коалиционном совете не всегда или очень часто отвергается, или становится долгий ящик. Их это, понятно, не устраивает. Естественно, да? Это не устраивает, потому что что-то когда-то, что-то должно происходить. Да, вы спрашиваете, что случилось в реформах образования, я могу говорить, что там профессиональные, там деньги, изменено министерство. Ну, надо же что-то делать, да, все равно для какого, но для избирателей. Ну, наверное, где-то есть вот такая вещь, перестановка акцентов, возможности, какие-то требования, не забудем, что пару недель назад они просто затребовали и получили какие-то определенные деньги и на праздник песни, и для зарплаты учителей в культурных школах и так далее. То есть, я думаю, в этом плане вся игра. Роберт Киллис у нас в гостях, еще есть 5 минут. Пожалуйста, можете задавать вопросы 672-12-939, 672-13-939. Абик, может, у тебя? Да, я вот еще вот в завершении, может быть, что-то осталось за кадром, какую-то реформу вы еще планируете, но пока, там, не знаю, еще громко ее не озвучили, или уже можно ее озвучить, что-то такое вы еще планируете, какие-то изменения там в системе образования? Ну, наверное, серьезная вещь, которая будет происходить, это будет, я уже это упомянул, но это будет более серьезно, чем когда-либо, это дигитализация учебного процесса. То есть, все-таки, да? Да, конечно, мы переходим. Во-первых, например, мы будем идти в правительство с предложением повысить те деньги, которые следуют ученику для учебных материалов от 2 латов неполных сейчас до 7 латов. То есть дигитализация – это в основном на компьютеры переходить, да? Ну, на планшетке, может быть, тоже. Ну, не вряд ли в младших классах, да? Видимо. Почему нет? Вот так, да? Да. Ну, то есть, в принципе, мы думаем, что это для будущего главное... Но это будет только в школах, да, вот эти вот планшеты, почему, допустим, они или они будут... идти дома и с ними работать? Ну, это дома, да, ну, так, чтобы вот носить из... Ну, носить только планшетки. Ну, это небезопасно. Для кого? Для ребенка. В каком смысле? Дорогая вещь. Ну, в принципе, если их... Ну, естественно, ну, а что делать, да? А вы думаете, что будет все время... Ну, я не знаю. Я, например, даже ребенку своему, когда он был в младших классах, не покупал дорогой мобильный телефон, чтобы не провоцировать такие вещи. Эти опасения безопасности, естественно, надо когда будет решать. Но, в принципе, идея такого, что они не тянут под собой эти книги туда-сюда, да? Да. Но есть просто дигитальные что формы. Касается веса портфеля, тут я с вами согласна на 100%. Или остановится в школе, или как, но так как у всех людей, детей нет в школе, дома этих
приборов. Но... А это будет и в регионах, и да, всех в региональных везде? Да, то есть у ребенка будет этот дом, а если семья неблагополучная, если родители, допустим, возьмут и пропьют этот компьютер? Ну, надо будет в эти все вещи смотреть, но из-за этого вы же не думаете, что 50% нет, родителей... Нет, я так не думаю. Я просто думаю, что об этом нужно iPad, думать. Да, ну, наверное, какая-то часть надо будет смотреть, как решать эти вопросы, но сама... Самодвижение в этом уровне. Угу. То есть просто уже... меньше книг придется тащить, да? Да. И вся среда, такая, как обучаться, интерактивность. Учителя работают. Ну, сами же сейчас знаете, что в классе родители могут смотреть, что происходит с их ребенком в школе на данный момент. Если там появился нет в школе или нет на уроке, и в классе родители смотрят, он же знает, что вот ребенок где-то там не ушел, да, в школу. То есть, в принципе, все вещи вот более делать дигитальными. Вот это и есть одна вещь, которой будем работать. Другая, 1 сентября 2013 года во всех школах с первого класса обязательно иностранный язык. Предметы, которые какое-то время, через несколько дней, тоже будут предлагаться другим языками, не только родным. То есть, если учить... Ну, это уже в школах национальных меньшинств происходит, когда латышский язык тоже предмет, да, и родной, но в латышских тоже, там английский, французский, география, история, какие-то уроки, знаете, ну, вот такие вещи, то есть больше языка другого и больше дигитальных средств, вот те в школьные процессы будут включены. Нам пора заканчивать уже, отпускать, к сожалению. Да, большое спасибо, Роберт Килис, у нас был в студии министр образования. Да, спасибо большое, спасибо. До свидания. Спасибо, у нас хорошо. Новости экономики сейчас.